Хорошие новости для любителей театра. Коллектив Казахского драматического театра имени Хадиши Букиевой представит своему зрителю премьеру. К столетию Жубана Молдагалиева будет представлен новый спектакль. Об этом было рассказано на очередном брифинге региональной службы коммуникации директором театра Салтанат Абулгазиевой. Это первый спектакль Казахского драматического театра имени Хадиши Букиевой у Жубани Молдагалиеве. И это большая ответственность, поэтому коллектив подошел к подготовке очень серьезно. Труппа посетила место рождения поэта и собрала дополнительные сведения о нем. Цель спектакля – показать не только поэта, но и человека, которого заслуженно уважали его земляки, ценили его мудрость. Перед постановкой спектакля мы посетили родину поэта – Акжаикский район, село Сайкудук. Пройдя эти пути, мы узнали факты, которые помогут раскрыть характер поэта, образ его жизни. Мы провели свое исследование его жизни. Несомненно, спектакль о такой великой личности для нашего коллектива – большая ответственность. По словам режиссера театра, вписав в спектакль строки Жубана, театр представит новаторскую интересную постановку. Большое внимание уделили колоритным декорациям. Отдельно отшивали костюмы, соответствующие духу того времени. Жизнь Жубана напрямую связана с историческими периодами. Мы рассказали о некоторых из них. Самое первое, что он родился в 20-х годах, во время репрессий. А когда ему исполнилось 10, он своими глазами видел, как погибают от голода люди, и испытывал все тяготы сам. Когда он достиг юношеского возраста, наступила Великая Отечественная война. Чтобы премьеру смогли увидеть как можно больше любителей театра, спектакль будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Акжаик» 26 сентября. Екатерина Шмидт, Талгат Муратбаев, Ерасыл Саламатов, телеканал «Акжаик».